Здесь представлены уникальнейшие материалы по щежире. Это щежире, это вообще, я хочу сказать, что это есть идентичность казахского народа, самосознание. Поэтому и наши предки огромное значение вот именно обращали на щежире, генеалогию. Вот, это вот здесь представлено, она различная здесь. И есть щежире и Чингисхана, и щежире наших вот ханов, султанов и так далее. И наряду с этим здесь есть рукописи известного казахского ученого, энциклопедиста Машур Жусуп Копеева, который писал очень много о щежире и также о казахских ханах, батырах, султанах и вообще об истории, культуре, поэзии, литературе. Вот такой охват очень широкий его вот именно произведений здесь. А также я хотела бы здесь упомянуть, конечно, переписки. Вы знаете, переписки наших правителей, казахских правителей с соседними странами, они уникальны. И вот здесь представлены переписки с российскими правителями, казахских правителей с российскими. Вот. Ну, как вы знаете, вот мы были в экспедициях многократно, в археографических экспедициях в Китае, в первый исторический архив Китая, откуда привезли 283 тома, то есть 17 183 документа переписки казахских ханов с соседними государствами. Это сохранились вот именно в китайском первом историческом архиве. И мы очень благодарны китайским архивистам, что они сохранили эту уникальную переписку. И, конечно, мы копии этих переписок привезли, и сейчас вот именно они доступны, как говорится, нашим исследователям и так далее. То есть как доступны? Мы ведь опубликовали часть этой переписки в наших изданиях.